Дорогие друзья, приглашаем на полуторачасовую морскую прогулочку на На пляжах Анапы с каждым днем становится все многолюднее. В город-курорт приезжают отдыхающие со всех уголков России. И место притяжения для большинства, конечно же, море. Нам очень здорово, и нам тут очень нравится. Ура! Море! Мы каждый день на море ходим. Детишки у нас еще пока не привыкли. Как бы они в таком сознательном возрасте первый раз, выехали, потому что в прошлом году маленькие были. Пока привыкаем. Вот сегодня уже у нас прогресс, к воде подошли. Надеюсь, завтра зайдем в воду. Для тех детей, кто постарше и уже привык к воде, обязательно инструктаж на берегу от заботливых родителей. Сережа, купаться только в нарукавниках, нарукавники не снимать. Ни на глубине, ни на мели. Смотрите за своим матрасиком, он может улететь. Его не отпускать. Глубоко дальше, чем по грудь, не заходить. О безопасности гостей курорта на анапских пляжах неустанно заботятся и спасатели. Каждые 150 метров вдоль берега расположены вышки. Сейчас на пляжах Анапы задействованы более 300 спасателей. Их число постоянно растет вместе с увеличением количества отдыхающих. Спасатели на своем месте на вышке наблюдают, спасательная лодка. Вот. Ну, мы здесь тоже самое друг за другом следим, чтобы никто не утонул, не потерялся. Так что все хорошо. Главное, чтобы люди на берегу были рядом с берегом, чтобы все видно было. За буйками не заплывали, все так хорошо. А за буйки, кстати, многие заплывают? Да, бывают люди, да, очень много заплывают. Так, по 5-6 человек бывает, и за ними не уследишь. Вот в бинокль целый день смотрим, чтобы все было хорошо. Фраза «за буйки не заплывать» известна даже тем, кто на пляже впервые. Но море коварнее, чем может казаться, даже в самую благоприятную погоду. Самое страшное явление – это тягун или донное течение. Практически его невооруженным глазом не видно, можно только почувствовать, уже зайдя в море. Службы отслеживают это, но, как я сказал, что изменения происходят очень быстро, поэтому неукоснительно смотреть на те знаки и те команды, которые подают спасатели, не купаться ни при каких условиях, ни в оборудованных местах. В ближайшие месяцы отдыхающих на пляжах будет в разы больше. Анапские спасатели готовы к сезонным нагрузкам. Но главное, чтобы сами гости курорта не забывали о правилах собственной безопасности. Алексей Дивейкин, Михаил Григорьев, Анапа регион.